технического состояния зданий детских садов, в частности крыш и окон, и предложение по планомерной замене дальнейшим окон на школьном учреждении. Согласно вашему поручению, в 2015 году были завершены работы по капитальному ремонту до детского школьного учреждения номер 19, детского школьного учреждения номер 28 и 29. Также были выполнены работы по текущему ремонту кровли в детском дошкольном учреждении номер 7 и детском дошкольном учреждении номер 21. В текущем году были начаты работы по капремонту кровли в детском дошкольном учреждении номер 35, который продолжается и сейчас. И там заключен контракт на 2 года, поэтому они будут продолжаться и в 2019 году. Требуется выполнение ремонта кровли в детском дошкольном учреждении номер 3, 5, 23, 34 в следующем году. В том, что касается работы по замене окон, на текущий момент были выполнены такие работы в детском дошкольном учреждении номер 1, номер 2, номер 10, номер 12, номер 13, номер 19, 23, 28, 31, 33, 38, 43. Я говорю о частичной замене окон. Сейчас также проводятся работы по замене окон в детском саду номер 7, который мы посетили, в детском саду номер 35, в детском саду номер 20, обращение директора, которое ранее уже пришло, в детском саду номер 48 и 16, в 5 садах. До конца следующей недели будут еще заменены частично окна. Также на 19, 20 и 21 годы запланированы работы по замене окон в садах по обращению руководителей по финансовой возможности. Ну, то есть вы начали работать в этом направлении? Да, 5 садов вот сейчас. Спасибо, хорошо. Только, значит, у меня к вам будет просьба. Возьмите, соберите всю информацию прямо по цифрам, по садам, с какого года, что было сделано до 2015 года в детских садах. Значит, после 2015 года сколько потрачено денег на ремонт текущий капитальный в детских садах. И 12 числа пойдите, пожалуйста, на телевидение и дайте эту всю информацию для бельчан. Потому что там некоторые журналисты начали преподносить что-то все по-другому. И политики, которые играют в политику. Хорошо? Да. Прямо с цифрами выйдите и дайте ответ такой нормальный. А то ваши бывшие коллеги такие говорят глупости там в лице этой, как ее фамилия, Алексеева, что ли? Да. Такой бред несет, что она преподаватель вообще? Она директор. Она, ну, по профессии она, да, преподаватель. Ну, такую ерунду несет. Я вообще сомневаюсь в ее преподавательских каких-то знаниях, если она такую там чушь несла. Хорошо, выйдите с цифрами, пожалуйста, и конкретно по цифрам скажите, сколько было потрачено денег, назовите номера садов, чтобы могли эти сомневающие Алексеевы выехать в те сады и посмотреть, что было сделано. Хорошо? Да. И что сейчас планируется, и что будет на 2019 год? Договорились? Да. Спасибо.